27-й Антон Шкарин. Сегодня состоялся уже один матч в нашей группе. Вот команда Венгрии в топ. Ну что ж, дождали. Это все про сборную России, это все за... Вступает в борьбу за утек. Первый раз перед началом матча в мире. Ну что ж, поехали в матч. И первый опаснейший момент, дамы и господа. Отмечается. Итак, друзья, Максим Чушков. Россия! Пока что буду помогать, друзья. Это был Борис Никоноров. Ну а сейчас вы эту фамилию будете скандировать вместе. Ну что ж, давайте посмотрим повторы на больших экранах. Вот Борис Никоноров очень здорово играет. Одна минута 40 секунд до завершения первого периода. 2-0 сборная России. Перейдет на повороты. Это гол Германия. Дамы и господа, автор забитого мяча с пенальти стал номер 20-й Борис! Теперь давайте поблагодарим его мы. И это гол Германия.
Автор забитого мяча номер 11 Свен Корнер. Сейчас становится 6-2, но по-прежнему, друзья, преимущество российской сборной достаточно убедительное. И давайте еще раз зачеркнем вместе, друзья! Ура!